В 12:38 я посмотрела, потом перепроверила по телефону. Позвонила мне дочь, что едет домой, идет на остановку. Как раз она почему позвонила, потому что дома ждали ее пирожки, именно готовились пирожки, она именно очень ждала этого. Поэтому я точно знала, что она едет домой, не в какую-либо сторону, а именно домой. А на какой остановке она села? Она шла со стороны автовокзала, села на остановке Церковь Рождества Христова называется. И поехала в сторону Заводского района? Поехала домой в сторону Заводского. Что было дальше? На этой же остановке, во время, получается, между остановками Церковь Рождества Христова и Второй Садовый, к ней подошел кондуктор. Она предъявила проездной билет. К проездному билету кондуктор попросил справку, на что дочь ответила, что справки у нее нет на руках. Кондуктор предложил либо заплатить деньги за проезд, либо выйти на следующей остановке. Так как возникла уже как бы для ее подросткового возраста конфликтная ситуация, она вышла на остановке, хотя деньги были. Это на какой остановке она вышла? На остановке Вторая Садовая. Сегодня мэрия распространила заявление с письмом некой якобы свидетельницы этой конфликтной ситуации. Вы читали это сообщение? Да, сообщение это я прочитала. Может быть, какое-то подобное явление было примерно в этом же, потому что трамвай не один явно с 9 номером, но это явно не моя дочь. Во-первых, точно уверена, что она ехала именно в сторону Заводского, а рабочая остановка находится в совершенно противоположную сторону от той остановки, на которой она села. Я знаю, что мой ребенок не конфликтный, никак возражать, и тем более оскорблять или что-то препинаться, тем более зная, что да, она знала, что справка должна быть. Но вот такая ситуация получилась, что забрала справку я, чтобы купить проездной, а у нее на руках справки не было, и никак оскорблять и транспорт, ну, работников транспортной, как бы. А вот сообщает еще, что какая-то родственница зашла. Мой ребенок ехал один совершенно. Это я точно знаю. Я была дома с ребенком, маленький ребенок, абсолютно. И родственников у нас нет. В Саратове нет таких родственников, кто бы мог подойти к ним. Это однозначно либо похожая ситуация, либо заведомо ложная. Вы куда-то обращались по поводу данного инцидента? В первую очередь я не знала, куда обратиться. Обратилась в родительский чат у нас в школе, как бы в классе создан родительский чат, и просила помощи, куда можно обратиться. Как бы мне вот посоветовали обратиться в газету. Для меня цель именно моего как бы рассказа о том, что сейчас надвигаются морозы. Детей таких я как бы по складу характера и по возрасту знаю, что немало даже среди подруг. Что ребенка могут высадить, и если у ребенка не будет денег при себе, он просто пойдет в ливень, в мороз, в темноту, он пойдет пешком. По крайней мере, точно знаю, это моя дочь такая. Не будет ни у кого спрашивать, не будет. Просто будет полтора часа идти пешком. Чтобы таких ситуаций просто не повторялось.